И всем доброго времени суток, на связи я, Чейнс, и сегодня мы поговорим с вами на тематику YouTube. Что случилось с моим предыдущим каналом, вернусь ли я вообще на него, что я намерен делать в дальнейшем. Совсем недавно мне прилетел страйк плюс удаление моего канала. За что, спросите вы? А я вам отвечу. Авторское право. На данном скриншоте вы видите письмо, которое мне выдали 27.07.2022 в 2 часа дня по московскому времени. И в нем сказано: «Здравствуйте, Чейнс. Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален. Мы тщательно следим за соблюдением правил и удаляем канал, на которых есть серьезные нарушения. Это необходимо, чтобы наша платформа была безопасной для всех пользователей. Если вы не согласны с нашим решением, то можете подать апелляцию. О том, как это можно сделать, написано ниже. Я на следующий день подал апелляцию. Судьба канала пока что неизвестна. Будем ждать, буду выкладывать сюда новости. Всем спасибо за внимание. Всех люблю, всех уважаю. Не болейте».